Помощь старшему поколению, многодетным и семьям участников СВО, уборка снега с улиц и благоустройство памятников – все это задачи снежного десанта. В этом году его участники – 10 команд, в их числе как ветераны, так и новички. Мы планируем много всего сделать в Дядьковском муниципальном районе. У нас запланирована адресная помощь, мероприятия в школах, СУЗах. И также мы отправляемся в центр волонтерства, и там тоже будем проводить мероприятия. Почему быть волонтером – это важно? Потому что в мире и так очень мало добра, и хочется как-то помогать людям. В прошлом году мы ездили в Жиратинский муниципальный район. Там мы провели много шефской помощи, также помогли школе, провели там различные мероприятия, профориентацию для детей помладше, всякие спортивные мероприятия. Наш отряд самый, можно сказать, старший. Первый раз он поехал в 2020 году, я в отряде с 2021 года, и это мой четвертый снежный десант. В этом году мы едем в Глинский муниципальный район. Кстати, первый раз мы везем эту акцию на территорию Глинского района. Концертную программу везем с собой. Будем 3 раза давать концерты в сельских поселениях, в деревнях. Плюс мы везем с собой полезную программу, будем с детьми работать, разные мастер-классы, спортивные мероприятия. Я уже принимаю участие в этой акции второй год приезжаю, мне очень нравится в Брянской области. В этом году мы едем в Суражский район, и там будем оказывать адресную помощь, проводить концерт, как и в том году. Ну и также по нужде убирать, соответственно, снег, помогать чистить памятники и другими делами заниматься. В прошлом году у нас был показатель 180 человек. В прошлом году у нас впервые на территории Брянской области и вообще Центрального федерального округа именно к нам приезжал отряд снежного десанта ЦФО. Ребята с разных уголков федерального округа, которые помогали на территории Брянской области. Они также продолжают ездить уже в другие регионы. Это юбилейный 55-й снежный десант. Акция продлится почти 2 недели, а мероприятия пройдут в 9 муниципальных районах и городе Брянске. Александра Савельева, Дмитрий Матеров, Брянск.